наибольший интерес у многих у наших сотрудников представляет бурый медведь. У нас буквально недавно, неделю назад, был как раз-таки обход по всему заповеднику, то есть был наши государственные инспектора и научный отдел вышли в лес на 2 дня вместе с ночевкой, то есть они считали медведей. По последним данным, медведей у нас около 70 взрослых особей. Как мы считали, наша система называется... Мы считаем, либо же видим его животное воочию, либо же видим следы его жизнедеятельности, то есть медведь мог поточить когти об деревья, либо же мы видели его тропинку, его следы. То есть наши сотрудники это фиксируют на специальных карточках учета, и затем научный отдел обрабатывает это все и, получается, выводит примерную численность медведей.